когда он войдет. А это мы обязательно услышим. Я покажу лампу, как будто вы легли спать. Вы, Ватсон, сядьте здесь. Постарайтесь не уснуть. От этого зависит ваша жизнь. И приготовьте револьвер. Мистер Холмс, вы спасли мне больше, чем жизнь. Вы избавили меня от такого ужаса. Я понимаю, что о деньгах неловко говорить, но все-таки сколько я вам должна? Мисс Стоунер, вы должны нам с мистером Ватсоном 1 фунт 6 шиллингов. За проезд из Лондона и обратно. Цыган я исключил с самого начала. Мисс Стоунер попала в плен обычных предрассудков. Обыватели вообще недолюбливают цыган, побаиваются их. Приписывают им всякие зверства. Кто ограбил церковь? Цыгане. Кто ворует детей? Тоже цыгане. А, но ведь мистер Ройлот действительно водил с ними компанию. Почему? Кто его знает. Может быть, чтобы позлить соседей. А может, действительно влюбился в какую-нибудь красотку из табора. Ясно одно. Никому, кроме Ройлота, не нужна была смерть этих несчастных сестер. Следующий шаг к развязке – вентиляционная отдушина. Вы видели когда-нибудь, Ватсон, чтобы отдушина вела не на улицу, не на чердак, а в соседнюю комнату? Да еще повесил этот шнур от звонка, который никому не был нужен. Тогда вы подумали о змее? Да. Ройлот все рассчитал абсолютно точно. Это болотная гадюка. Одна из самых ядовитых змей Индии. А Ройлот долго жил в Индии и знал, что ее яд не поддается химическому анализу. Ее укус – это 2 крошечных пятнышка. Кто их заметит? Но откуда этот таинственный свист? Чтобы скрыть улики, Ройлот вызывал змею обратно свистом к тому месту, где стояло блюдечко с молоком. Холмс, это исключено. Сразу видно, что вы мало читаете. Последние опыты доказали, что
Змеи глухи, они ничего не слышат. Да, я этого не знал. Но Ройлот о чем-то таком догадывался, потому что, не очень доверяя свисту, он еще постукивал по стене. А все глухие твари очень чувствительны к малейшей вибрации. Вы знаете, когда в темноте зашуршало, я стал наугад бить палкой по шнуру. И, видно, попал по змее. Потому что, возвращаясь, она в ярости укусила первого, кто ей подвернулся. Своего хозяина. Вот и вся история. Дорогой Холмс, вы великий сыщик. Дорогой Ватсон, я всегда вам об этом говорю. Но почему вы отказываетесь от вознаграждения? Все стоит денег. Ну, я не всегда отказываюсь от вознаграждения, но в данном случае брать деньги с этой несчастной девушки. Я не богат, но на 2 билета в оперу у меня хватит. Сегодня вечером в Ковенгарден дают волшебную флейту. Та-ря-та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